Мы с Ленаром Сафиным и Александром Черновым расскажем сегодня в течение следующих получаса о нашем исследовании безопасности мобильных приложений для Android. На данный момент мобильные приложения входят в состав большого числа используемых широко сервисов. Количество пользователей мобильных приложений сильно растет, и на данный момент уже обгоняет количество пользователей персональных компьютеров. Соответственно, все больше персональных данных, конфиденциальных данных пользователи доверяют мобильным устройствам через приложения, с помощью приложений передаются, хранятся, обрабатываются секретные данные различной природы. Это и всевозможные банковские реквизиты, номера банковских карт, там CVC-коды, номера счетов. Хорошо. Логин, пароль, аутентификационные данные, в общем, всевозможные секретные данные. Понятно, что эксплуатация уязвимости в приложениях, в таких приложениях, может нанести серьезный вред как и пользователям сервиса, так и владельцам его. Поэтому можно сказать, что исследование безопасности мобильных приложений на данный момент является важной частью обеспечения качества сервиса. Устройства под управлением Android занимают большую часть рынка мобильных устройств. По миру это порядка 40%, в России это больше 70%. При этом сами устройства достаточно дешевые, могут быть достаточно дешевыми. Порог вхождения в разработку под Android достаточно низкий. Большое количество разработчиков, большое количество приложений. При этом надо сказать, что и по нашему опыту даже крупные банки до сих пор отдают разработку мобильных приложений на аутсорс. При этом очевидно, что разработчик чаще всего не является специалистом безопасности. В техническом задании не ставится отдельным пунктом конкретные меры по соблюдению безопасности. При этом и сама платформа Android достаточно широкие возможности предоставляет как не только разработчикам, но и злоумышленникам. И уровень осведомленности разработчиков на данный момент сильно отстает в области безопасности приложений, сильно отстает от темпов развития объемов разработки. Последние несколько лет мы, компания SmartDeck, занимаемся анализом мобильных приложений, в том числе под Android. На слайде приведена статистика по 50 мобильным приложениям, которые мы анализировали в течение последнего года. Это все приложения, для которых безопасность является критичным фактором. В основном это мобильные банки, также это почтовые сервисы и сервисы онлайн-торговли. Результаты исследования показали, что порядка половины приложений обладают критическими уязвимостями. То есть уязвимостями, которые, с одной стороны, они достаточно легко эксплуатируются, с другой стороны, они наносят существенный вред. То есть они приводят к перехвату конфиденциальных данных, соответственно, к финансовым потерям и у пользователей, и у владельцев сервиса. Дальше немного про методику анализа, которую мы применяли и применяем. Тут важно сказать, что мы анализировали и анализируем не только исходный код приложения, но и приложения, которые мы просто скачиваем по ссылке с Google Play, то есть в бинарном пакете АПК. Методика следующая. Изначально, если мы анализируем бинарный файл, то мы распаковываем АПК-файл и декомпилируем его в исходный код Java. Далее на исходном коде, ну и на байт-коде Java, запускаются известные средства автоматического статического анализа, и результат их работы экспертами проверяется на предмет ложных срабатываний. Далее мы проводим
ручной статический анализ, по сути, читаем код и какими-то ручными средствами его анализируем на предмет, учитывая специфику, с одной стороны, платформы и логику выполнения приложения, поскольку все известные нам средства недостаточно это делают. Ну и, наконец, проводится, опять же, ручной динамический анализ. Тут анализируется работа приложения в окружении, то есть соединения, которые возникают при работе приложения, как с основным веб-сервером, так и со сторонними, там, с картами и так далее. Соединения проверяются на предмет утечки в них незашифрованных конфиденциальных данных. Далее, второе, это анализируются различные хранилища данных, это файловые системы, логи, буферы обмена и так далее. Опять же, анализируются на предмет утечки незашифрованных данных или данных, которые могут каким-то образом повлиять, серьезным образом повлиять на ход выполнения приложения. Ну и анализируется система авторизации на стойкость. Соответственно, вот мы проводили анализ вручную, много времени, большой опыт набрали анализ. У нас уже существовали какие-то наработки полуавтоматизированные по этому направлению. Выводы, как вот я уже говорил, за исследование мы делаем такие, что ситуация на рынке мобильных приложений, которым предъявляются повышенные требования безопасности, достаточно плохая, много критических уязвимостей, низкое качество кода в среднем по рынку в смысле безопасности. И мы решили, что достаточно актуально было бы все наши наработки собрать и весь процесс, который я описывал выше, автоматизировать в одном средстве. Итак, мы разработали инструмент InCode, который позволял бы в автоматическом режиме проводить тот процесс, о котором я говорил. Схема работы анализатора следующая. По ссылке с Google Play скачивается приложение в виде, как известно, приложения на Google Play лежат в виде APK-файлов. Это архив, в котором находится исполняемый код для виртуальной машины Dalvik, DEX-файл, ресурсы различные и важный файл Android-манифест, в котором описываются разрешения приложения, компоненты межпроцессного взаимодействия и там другие настройки. Соответственно, этот APK-файл распаковывается, и исполняемый код для Dalvik преобразуется в исполняемый код для Java виртуальной машины, в байткод Java. Дальше на байткоде мы применяем средства статического анализа. Тут необходимо сказать, что специалисту при анализе, нам по опыту, очевидно, удобно смотреть результаты анализа не на байткоде, как мы анализируем, а на исходном коде. Для этого мы байткод докомпилируем. При этом мы в рамках анализатора разработали декомпилятор, который при генерации исходного кода перезаписывает байткод, добавляя в него информацию о номерах строк, что позволяет в итоге специалисту, который запускает анализ, результаты смотреть, отображенные на исходный код, при этом в точности до номеров строк. Анализируется, соответственно, Android-манифест, в основном это Android-манифест и байткод Java. Какие алгоритмы применяются на байткоде? Это, в общем-то, весь широкий спектр алгоритмов статического анализа, который вообще здесь может применяться. От простого поиска по шаблонам, когда мы определяем какие-то параметризированные участки граф потока управления, нахождение которых нам говорит наличие каких-то уязвимостей. Дальше это анализ граф потока управления и анализ потока данных. Тут применяются как и стандартные алгоритмы, всем известные, которые пришли из компиляторных технологий. Это
всевозможные задачи анализа потока данных, как анализ синонимов, поиск достигающих определений, межпроцедурный анализ и, в общем-то, ну, весь спектр алгоритмов. Помимо этого применяются, опять же, известные специфичные для ИБ алгоритмы. Это группа TAIN-подобных алгоритмов. Алгоритм, где по коду распространяется, по данным в коде распространяется некоторая метка. Например, это метка о том, что данные пришли из недоверенного входа, и мы прослеживаем эти данные до выхода в какую-то чувствительную функцию. В качестве метки может быть не только вот это вот пользовательский ввод, как это обычно бывает в тент-анализе, но и, допустим, метка о конфиденциальности данных и так далее. Применяется интервальный анализ, анализ, который в каждой точке программы пытается определить для целочисленных переменных интервал, в котором они лежат. Тут источником информации выступают условные выражения и арифметические операции. Также применяется аналогичный строковый анализ. Это, по сути, то же самое, только для переменных типа string. Тут могут определяться, прослеживаться префиксы, постфиксы, какие-то подстроки. Также с помощью строковых операций, там, конкатенации и так далее. По результатам исследований, о которых я выше говорил, мы выделили несколько классов уязвимости для мобильных приложений, которые чаще всего встречаются в мобильных приложениях по нашему опыту, и которые, с другой стороны, часто бывают критичными и достаточно легко эксплуатируются. Наносит довольно серьезный урон. Помимо этого, все, наверное, знают, что существует официальная классификация AWASP по мобильным приложениям, AWASP Mobile Top 10. И тут далее в тех классах уязвимости, о которых я буду говорить, также идут ссылки на AWASP Mobile Top 10. Первый класс уязвимостей — это уязвимости, которые возникают при передаче данных. Почему могут возникать такие уязвимости? Во-первых, это уязвимости, которые возникают, когда при общении с веб-сервером используются незащищенные соединения, например, HTTP. Сейчас это понятно, что редко, однако часто это встречается не при соединении с основным веб-сервером именно, а при соединении с сторонними сервисами, типа карт, какой-то информации и так далее. Это также является небезопасным, поскольку при реализации атаки человек посередине данные могут подменяться и, допустим, может реализовываться фишинговая атака. Второе — это могут использоваться библиотеки, протоколы, которые обладают известными уязвимостями. Ну и, наконец, могут использоваться защищенные протоколы, однако используются они могут неправильно. Например, при создании SSL-соединений могут не проверяться цепочки сертификатов. Это, как ни странно, довольно либо не осуществляется привязка сертификата. Это довольно частая практика, которая это немножко усложняет атаку человека посередине, однако оставляет ее возможной. Уязвимости такие обнаруживаются, с одной стороны, с помощью шаблонного поиска. Это те участки, которые, собственно, осуществляют передачу информации по заранее известным небезопасным протоколам. А непосредственно утечка конфиденциальных данных в такие соединения незашифрованных осуществляется с помощью адаптации тент-анализа, где источником, опять же, служит функции, которые порождают конфиденциальную информацию. Это могут быть функции, могут быть какие-то эвристики, опять же, которые мы в рамках работы разрабатываем, по которым мы определяем, что данные являются конфиденциальными. А стоками, соответственно, служат функции передачи по этим соединениям. Соответственно, вам в AWASP это третье-четвертое место. Второй класс уязвимости — это уязвимости, связанные с небезопасным хранением данных. При наличии некоторых условий в Android, либо при наличии привилегированного доступа, при наличии физического доступа, при реализации атаки Post Traversal, злоумышленник может получить доступ к
хранилищам данным, к домашней директории, к внешней памяти, к кэшу, к буферу обмена, к логам. Поэтому хранить чувствительные данные во всех вышеперечисленных местах небезопасно. Такие уязвимости также обнаруживаются абсолютно аналогично с уязвимостями передачи данных, шаблонным поиском и тейнт-анализом. Следующий класс уязвимостей, который именно свойствен Android, поскольку можно сказать, что предыдущие два также применяются и к iOS. В Android достаточно важной технологией является межпроцессное взаимодействие. Оно часто используется, при этом очень часто, по нашему опыту, в приложениях используется небезопасно. Существует несколько компонентов межпроцессного взаимодействия в Android. Это сервисы, это Activity код, который отвечает за экран приложения. Это контент-провайдеры, код, который отвечает за доступ к данным. И компоненты, которые отвечают за прием, передачу и содержание широковещательных сообщений. Какие здесь могут быть уязвимости? Например, если приложение не закрывает должным образом вот эти компоненты от других приложений, то, соответственно, другое приложение может получить к ним доступ. Например, если приложение передает какие-то конфиденциальные данные, там какой-нибудь пин-код, пароль по широковещательному сообщению, то приложение злоумышленника перехватывает это сообщение и читает данные. Наоборот, если приложение регистрирует обработчик широковещательных сообщений, опять же, открытый, определенного типа, и каким-то образом его небезопасно использует, то сообщение злоумышленника может выслать сообщение, приложение его перехватит и, соответственно, как-то злоумышленник вмешается в работу приложения. Тут часто бывает самый стандартный отказ в обслуживании, когда приходит какой-то интент через сообщение и происходит доступ к полям без проверки на null. Помимо этого, тут может, если передаются какие-нибудь, допустим, адреса, по которым потом отображается информация в веб-формах, то тут возможна атака, фишинговая атака. Эти уязвимости находятся в основном с помощью шаблонного поиска и различных верификаций. Тут нужно сказать, что ко всем алгоритмам, которые используются мы используем при анализе и которые мы автоматизировали в средстве, применяются два очевидных, в общем-то, требования. Это, с одной стороны, максимизация полноты анализа, то есть максимизация, с одной стороны, полноты базы правил, то есть нужно удовлетворить, в общем-то, всем известным на данный момент уязвимостям. С другой стороны, это увеличение алгоритмической базы средства для того, чтобы удовлетворять той базе правил, которую мы хотим реализовать. С другой стороны, это минимизация ложных срабатываний, это известная проблема статического анализа. Здесь применяются, в общем, достаточно стандартные методы и эвристики верификации уязвимостей, которые в том числе учитывают специфику платформы. Помимо этого, в мобильных приложениях важно использовать надежные криптографические методы. Очень часто встречается использование слабых методов, слабого хеширования даже для каких-то важных конфиденциальных данных, слабых криптографических функций, например, вот использование ECB, режима ECB шифрования и так далее. Это все обнаруживается опять же, шаблонным поиском и шифрование конфиденциальных данных также с помощью тейнт-анализа. Ну и, наконец, для мобильных приложений, как для любых, в общем-то, пользовательских сервисов, уязвимы весь тот широкий набор уязвимостей, связанный с плохой проверкой входных данных. Это то, что обычно ищут в вебе. Это всевозможные инъекции, SQL-инъекции и так далее, код-инъекции. Это fast traversal. Все, что связано с плохой проверкой входных данных. Это классический уже тейнт-анализ. Тут необходимо
настраивать базу источников, там, санитайзеров и стоков с учетом платформы. Сейчас мы покажем запись под конец небольшой демонстрации. По сути, это демонстрация на реальном приложении нашей методики. Тут пройдет весь этап, все этапы анализа, о которых я говорил, распаковка файла, дезассемблирование в байткод, декомпиляция, анализ. При этом здесь это будет сделано с помощью, собственно, средства, которое мы сделали, просто в качестве автоматизации. Для демонстрации мы выбрали приложение одного достаточно крупного банка. Тут сразу надо сказать, что разработчики уязвимость устранили, поэтому тут это нельзя эксплуатировать. На всякий случай мы логотип банка тоже убрали, и он очень неузнаваем. Схема будет следующая. Возьмем приложение, оно уже у нас есть в Google Play, загрузим в анализатор. Анализатор все сделает, найдет уязвимость, и мы пытаемся ее переэксплуатировать с помощью, в тестовом режиме, с помощью фидлера и эмулятора устройства. В общем-то, здесь то, что я говорил. В автоматизированном режиме проходит весь анализ. Берем АПК-шку, загружаем в анализатор. Тут мы проматываем в конец анализа сразу, потому что это достаточно скучно и не очень быстро. И смотрим результаты. В результате мы видим, что есть несколько критических уязвимостей. И в подробных результатах мы видим, что критические уязвимости в том числе связаны с небезопасным использованием передачи данных через SSL. Это недостаточная проверка цепочки сертификатов и отсутствие проверки домена сертификата. Опять же, мы смотрим, поскольку мы декомпилировали код и декомпилировали его с связывающей информацией о номерах строк, мы в том числе номеров строк видим эти классы, которые должны отвечать за проверку сертификатов и домена, и видим, что они этого не делают. То есть, например, функция verify возвращает просто true. Функции в классе, который отвечает за проверку цепочки сертификатов, он, по сути, пустые методы, ничего не делает. Соответственно, приложение уязвимо к атаке «Человек посередине». Мы попробуем с помощью фидлера и мобильного эмулятора проэксплуатировать уязвимость. В общем-то, очень простая вещь. Уязвимость очень простая, однако такие довольно часто встречаются. Вводим логин-пароль, фидлер перехватывает соединение, и видим в plain тексте логин-пароль, который мы ввели. Тут надо сказать, что мы устройство, эмулятор был не изменен, то есть мы не устанавливали сертификат фидлером, что, в общем-то, важно. Однако, такие уязвимости бывают, они, может быть, не так часто встречаются, но, например, уязвимость, связанная с отсутствием привязки сертификата, это довольно частое явление, и приложения такие все равно уязвимы к атаке человека посередине, достаточно просто, необходимо просто заставить пользователя установить себе сертификат. И это также небезопасно. Таким образом, мы рассказали о нашем опыте исследования мобильных приложений под Android на соответствие требованиям ИБ. Рассказали о тех выводах, которые мы сделали из этого исследования, и продемонстрировали процесс, методику, которую мы применяли для анализа, и средства, в которые мы его автоматизировали. Понятно, что тут можно добавить, что средство целиком, в принципе, не может заменить специалиста. Это, в общем-то, любое средство статистического анализа. Необходим специалист, который будет смотреть на результаты, верифицировать. Возможно, что-то, поскольку это средство статического анализа, какие-то уязвимости верифицировать динамическим методом. Данное средство
просто автоматизирует этапы, которые можно автоматизировать. Ну и позволяет ВПК в бинарном виде анализировать приложение. В общем-то, у нас все. Спасибо за внимание. На слайде представлены контакты. Можно обращаться по ним и вопросы. Коллеги, прошу использовать микрофон для вопросов. Коллеги, добрый день. Меня зовут Юрий. Я хотел бы, не знаю, дополнить и задать несколько вопросов. Как вы относитесь излишнее логирование сообщений? Да, вот у вас был слайд с записью, с хранением данных на SD-картах во внутреннем хранилище. Я бы, скорее всего, отнес сюда еще логирование, потому что очень часто в мобильных приложениях забывают исключать логирование, выключать его, либо остается дебажная информация, либо логируют вообще все. Да, там даже, по-моему, было у нас на слайде про логи где-то. Да, безусловно, ко всем этим, то, что я перечислил, к файловому хранилищу, к кэшу, буфер обмена, безусловно, логирование. Очень часто мы по опыту видим, разработчики забывают убирать вывод в лог. В лог выплевываются чуть ли не пароли. Это достаточно частое явление. Да, это уязвимость есть, и да. Хорошо, такой вопрос. Правильно я понимаю, что этот бинарный анализ Android, он позволяет в какой-то мере обходить обфускацию, то есть не приходится классические методы анализа, они анализируют именно исходники, вызовы. Позволяет ли как-то это обойти обфускацию? То, что даже малварные приложения, тенденция наблюдается, то, что они используют платные обфускаторы, которые достаточно хорошо запутывают. Ну, в общем-то, да, но обфускация бывает в целом разного уровня по опыту. И с простой обфускацией, в общем-то, автоматизированные средства эти справляются. И, в общем, мы основные уязвимости, они остаются наверху. При использовании каких-то серьезных обфускаторов тут действительно будут проблемы при декомпилировании. И поддержка хорошей дофускации — это дальнейшее исследование. Еще, наверное, последний вопрос. Вы упомянули про фолс-позитивы, фолс-негативы, ложные срабатывания, что-то не находится. Вопрос такой. В какую сторону вы двигались? То есть на уменьшение фолс-негативов, то есть то, чего ваш сканер не находит, либо в пользу уменьшения false positive, то есть того, что нашел, но это не является уязвимостью. И какой, по вашим прикидкам, примерное соотношение того, что нашли, того, что не нашли? И с конкурентами, соответственно, сравнивали ли с конкурентными решениями? Потому что их на рынке представлено достаточно много. Это и AppScanner, и Fortify, и Application Inspector. То есть их достаточно много. Да. Тут, как я говорил, в общем-то, понятно, что всегда ставится цель и максимизировать полноту анализа, то есть то, что вы говорите, уменьшение false негативов. То есть тут же эта задача, безусловно, связаны до некоторого этапа, они могут раздельно идти. То есть мы, с одной стороны, увеличиваем полноту алгоритмической базы, полноту базы правил. В этом плане мы уменьшаем false негативы. Параллельно мы можем, в общем-то, независимо, мы пытаемся какими-то интеллектуальными методами верифицировать уязвимости. В какой-то момент понятно, что приходится искать баланс. В какой-то момент эти задачи пересекаются, и, в общем, понятно, что более важным является не пропускать серьезные уязвимости, и тут мы довольно серьезно относимся к выставлению уровня критичности уязвимости. Но понятно, что больше ложных срабатываний, нежели false negative. А про конкурентов сравнивались с кем-то из вендоров? Во-первых, мы, в общем-то, не на рынке, сейчас не на рынке, и не ставили целью как-то сильно сравниваться. Очевидно, что данная автоматизация, она позволяет, во-первых, анализировать просто APK-файл по ссылке с Google Play. И это, в общем-то, насколько я понимаю, мы таких средств не видели.
Ну, более точно, у IBM есть модуль, который это позволяет делать, но мы там пробовали его тестировать. Достаточно низкий уровень количества уязвимостей находит. И... Но он не нашел ни одной уязвимости. Вот, поэтому это очевидное преимущество. По базе правил, по именно точности анализа, понятно, что мы, в общем-то, используем те же алгоритмы, которые используют там тот же самый Fortify, IBM, ну, статический анализ, он есть статический анализ. Мы там, понятно, нарабатываем, максимизируем базу, пытаемся с ними сравниться. Сейчас у нас цель была первая, ну, вот эта цель — покрыть Android. Конкретную специфику, правила, и ну, этой цели мы добились. Да. Тогда займу еще там, немножко вашего времени. Планируете ли выходить на рынок? То есть вы сказали, что сейчас вы не на рынке, да? Планируете ли с этим средством выходить, или это чисто для внутреннего использования? Да, ну это надо следить за объявлениями, это в каком-то времени произойдет. Спасибо. Еще один вопросик. Аркадий Прокудин, открытая безопасность. Скажите, как я понял, сам продукт InCode, он ваша разработка? Партнерская. Партнерская. Вот я хотел задать вопрос. У вас логотип очень похож на Solar Security. Это какое не отношение? Похож в партнерстве Solar Security. Вы в партнерстве Solar Security. Вы его будете продавать? Или это вот как раз-таки сейчас непонятная ситуация? Это вопросы, сейчас мы не будем их касаться. Это... В какой-то, ну, через там, несколько месяцев об этом будут какие-то информации. То есть пока что вы сервис такой можете предоставить на этом решении, правильно? Да, сервис, да, конечно. Спасибо. Нет, свободно нет. В общем-то, по в качестве сервиса мы, собственно, как я говорил, этим занимаемся много лет, и на основе именно таких работ, в том числе, и все эти разработки есть. Да, поэтому сервис мы представляем. Ну, наверное, вопрос немножко более углубленный. Рассматривали ли какие-то библиотеки андроидовские, которые позволяют фильтры, XSS-фильтры, которые позволяют там фильтровать пользовательские данные и там выносили ли их в правила. То есть есть библиотеки, которые позволяют фильтровать там, спецсимволы и всякое такое прочее. То есть происходит ли на них срабатывание? Ну, то есть вы говорите про, по сути, набор базы для тейнт-анализа в плане, в плане санитайзеров. Ну, работа, конечно, идет. Понятно, что для санитайзеров, это, ну, вообще для тейнт-анализа самое главное — это набрать базу источников, базу стоков, базу санитайзеров. Санитайзеры — это всегда какие-то библиотеки разные. Ну, не только. В основном это библиотеки. Вот, да, поэтому учитываются в том числе библиотеки. Мы не гарантируем полноту, конечно, этой базы. Но... Да, спасибо. А гибридные приложения анализируете, ну, если есть нативная начинка приложения? Нативный код сейчас в рамках этого не анализируется.